Представляю, вот здесь будет дверь в дом, так? Вот здесь будет примерно вот окно стоять, да? Ага. Вот здесь будет стоять второе окно примерно, так? Я думал, что вот умывальник для рук, да, поставить вот где-то здесь, потому что как бы не мешает печка проход, да? Вот. Стол можно поставить, например, будет к окну, а умывальник тогда вот здесь, около в углу, да? То есть это типа может быть умывальник-мойка, как у меня в доме вот сделано. Логично тогда будет, да, яму вывести мой, сюда, то да? Если просто умывальник, то можно лучше туда. А вот туда почему? Я здесь думал, что вот здесь у двери будет просто как вешалка для одежды, а вот здесь вот перегородка будет идти такая, да? И здесь типа, понимаете, вот удобно, например, зимой иметь такую комнатку, куда вот ставить вот этот ведро, туалет, да? И использовать торф или опилки, что запаха нет вообще в доме. Но просто как бы вот отдельно такая кабинка, правильно? Туда не надо канализацию выводить, просто ведро ставят. Поэтому вот здесь умывальник не получается. А здесь спальные места, поэтому здесь тоже как бы неудобно. Все туда, туда. Аналогично. Тогда вот правильно, яму копаем там и выводим, тогда вот сюда будет труба выходить. Где-то сантиметров 15 над уровнем пола мы ее выведем. Ну, до тех пор, тут досуды ее, короче. Да, да. Я сейчас принесу трубу двухметровую. И просто ее прикинем, как она по длине получается, чтобы яму по центру трубы примерно. А про фундамент? Про фундамент? Так. Ну, давай тогда без рулетки, да? Без веревки. Значит, выбрано, где вы хотите расположить дом. Желательно, конечно, чтобы было более ровная по горизонтали поверхность, да? Вот. Но у нас, например, здесь получилось, уровень получился вот в этом месте, допустим, мы вывели всего 15 сантиметров от земли. А чтобы вывести уровень вот в этом углу, да, то здесь она получилась 30 сантиметров, да? Это небольшой перепад, он легко исправим. Вот. После этого надо разметить периметр, да? Значит, мы берем, зная размер нашего дома, берем 4 колышка. Колышки можно невысокие, вот примерно такого длины, там можно побольше, там, вот. Забиваете один предполагаемый угол колышек. Отмеряете, как вы хотите, там, допустим, по сторонам света, да? Этот дом мы не ориентировали по сторонам света. Ну, тут как бы я посчитал, что удобно вдоль дороги его расположить. Поэтому он стоит не с севера на юг, а чуть-чуть северо-восток, юго-запад. Вот, значит, вы тогда берете длинную сторону, вбиваете колышек на расстоянии по рулетке, там, допустим, вот у нас 5,20, да? Второй колышек вбили. Потом, приблизительно выбрав угол прямой, приблизительно пока, отмеряете второй, третий угол. То есть это делаете 4,15 у нас будет размер узкой стороны. Вбили этот колышек, вбили колышек четвертый. Так? Но у нас, скорее всего, получился сейчас не параллелограмм, или не прямоугольник, а параллелограмм. То есть стороны могут быть параллельны, да, но он будет как бы ромбиком. Для того, чтобы нам потом не мучиться, а чтобы было вот этот угол 90 градусов везде, да, надо диагонали обязательно сделать точными. Для этого мы рулеткой замеряем диагональ одну и замеряем диагональ вторую. И вот тут как бы выясняется, насколько диагонали больше одна другой, настолько нужно так, как объяснить попонятнее, да? Сейчас я по примеру, вот допустим, если у нас, скажем, вот эта диагональ, ну возьмем, грубо говоря, там, допустим, 6 метров 10 сантиметров, а эта диагональ 5 метров 90 сантиметров, да, то есть она на 20 сантиметров меньше. Значит, нам нужно вот эту диагональ как бы уменьшить, да? Чтобы ее уменьшить, мы берем этот колышек, сдвигаем сюда на 20 сантиметров, и этот колышек сдвигаем сюда на 20 сантиметров. То есть мы, не нарушая вот длину этой стороны, мы изменили диагональ. То есть снова замеряем это диагонали. Если они одинаковые, там плюс-минус, ну, сантиметр допустимо, да, то все в порядке. Если переборщили, то можно
обратно там колышки там на 5-10 сантиметров передвинуть. То есть не трогаем два колышка, оперируем только двумя колышками одной стороны. Это в принципе не сложно, но диагонали обязательно надо выставить, чтобы были они ровные, то есть одинаковой длины. Тогда, если у вас точно выставлены колышки по длинам, да, без ошибки, да, тогда получается у нас прямоугольник четкий. Далее. Мы натягиваем веревочки. Можно прямо без гвоздика веревочки вокруг колышка вот так. То есть мы обозначили периметр нашего дома. Наружный периметр. И нам нужно, вот допустим, мы здесь строим каркасный дом. Я считаю, что ленточка 15 сантиметров шириной нам достаточно будет для нагрузки, которую этот дом будет давать на землю, да? А если это дом жилой, то сколько там? Так этот дом и жилой будет, просто он маленький, легенький. А если он будет большой? Если вы хотите строить дом из бревен, да? Нет, если каркасный. Каркасный большой, да? Вот, тогда... В зависимости тоже от почвы, на которой строится будет дом. То есть тут геодезист какой-нибудь должен определять, что ли? Не, вы просто сами копните у себя. То есть у нас вот здесь, например, на этих вот полях есть песчаная почва, есть глинистая, есть суглинки, есть суписи, да? Здесь вот чистый песок, например. То есть я посчитал, что нет необходимости углублять фундамент глубоко. Его не будет пучить, потому что песок, он такой от времени года, там, с зимы на весну и с осени на зиму не гуляет. Вот. На глине, да, там может начать пучить что-то. Там приходится делать вот на глубину промерзания. Но в ковчеге говорят, что мы считаем, что не надо там на 1,40 м углубляться. Достаточно там 80 сантиметров. Причем даже из этих 80 сантиметров, они, по-моему, там 30 сантиметров еще делают песчаную подушку. А дальше только вот полметра там от ниже уровня земли заливают бетонную ленточку, да? Вот. Когда вы натянули наружный периметр ленточку, надо снять тогда вот полоску этого плодородной почвы на глубину там до такого, ну вот примерно у нас тут было, я не знаю, сантиметров 15, может быть 20, да, где уже начинается песок. То есть такая серая черная земля заканчивается и начинается песок. Дальше смысла не надо углубляться. Вот. Мы тут просто торопились, что поздно приняли. Эта мысль пришла, что вот, может быть, организовать такое учебное это строительство учебное. Можно сделать в углах углубление поглубже и побольше, да, размером примерно там 40 на 40, да. Не надо ящик туда ставить, просто вот в песке углубление сделать. Всем привет! Здравствуйте! И залить столбики, да? Можно еще посередине, то есть где-то примерно.